Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить очень быстрый, вкусный завтрак. Что нам для него понадобится? Это тостовый хлеб. У меня здесь 4 кусочка. Также творожная масса или вот есть такие как бы творожные сырки маленькие. Я беру один сырок на один как бы тост. Также любой топпинг, это может быть варенье, у меня это шоколадная паста, можно взять шоколадную пасту Nesquik, можно взять джем, можно взять даже попробовать шоколадку и 2 яйца. Давайте приступим, делается все быстро, легко, с ароматным вкусным кофе на завтрак, но это просто улет. 2 яйца разбиваем в любую глубокую миску и хорошо перемешиваем. По вкусу можно добавить 1 столовую ложку молока, либо сливок. Отставляем пока в сторонку. Берем 2 кусочка тостового хлеба. Творожный сладкий сырок. У меня сырок уже с изюмом. Можно заменить обычным творогом. Смотрите, если у вас просто даже есть творог в холодильнике, можно в него добавить сметанки, сахар. И также сделать. Можно даже не добавляя, намазать обычный несладкий творог, если вы используете для этого завтрака варенье. Распределяем по 1 кусочку. И на серединку уже отправляем любой топпинг. Это может быть варенье, джем. У меня это шоколадная паста. Можно взять шоколадную пасту Nesquik. Вот так буквально немножко на серединку наливаю. Чуть-чуть распределяем. Накрываю 2 кусочком тоста. Хорошо прижимаем. С 2 сторон обмакиваем в яйце. И выкладываем на разогретую сковородку. Обжариваю с 2 сторон до красивой золотистой корочки. 2 тост делаем точно так же. Можно сделать несколько вариантов тостов. Распределяем творожный сырок. Добавляем топпинг. Накрываем 2 тостом. Вот так хорошенечко прижимаем. Переворачиваем и обжариваем на другой стороне. Вот такой красивый же зажаристый он у нас получается. Обмакиваем в яйце. И отправляем на сковородку. Обжариваем точно так же с 2 сторон до золотистой корочки. Обжаренные тосты выкладываем на тарелку. Наливаем вкусный ароматный кофе. Разрезаю тост пополам. Вот так вот на красивые такие треугольнички. И подаю к столу. Ну и вот такие шикарные тосты получаются. Они нравятся абсолютно всем. Попробуйте, приготовьте и вы. Для меня это просто находка, потому что я пью чай и кофе не сладкий. И такие тосты просто палочка-выручалочка. Готовится 5 минут. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.